сегодня, 15 мая 2014 года, Санта-Сусана, Испания, объединенный чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Я Александр Тимошенко, портал islav.ru и... Володя Яковлев из Молдовы. Что еще сказать? Ну как, что сказать? Свои титулы скажи. Где и когда вы родились? 93-й год рождения, трехкратный чемпион Москвы. Среди юниоров двухкратный абсолютный чемпион Молдовы. Мы приехали посоревноваться, выпили в категории юниоры свыше 75 килограмм. Ну и уже раз мы здесь, посмотримся, как будем смотреться в категории до 90 килограмм мужчин. Сегодня у тебя выступление в категории до 90 килограмм мужчины, правильно? Да, так точно. Мне только что угрожающе пугал твоими ногами ваш президент Дмитрий. Будь ласков, сними штаны. Они еще не готовы. Спасибо, Володь, спасибо. Подрастающее поколение культуристов Молдовы. Что оно может рассказать о тех, уже второй год начался, как смена руководства определенная произошла. Что-то хорошее, что-то плохое. Все, что наболело, все, что хочешь похвалить или кого-то поругать, будь давай, пожалуйста. Ну, определенно появилась больше мотивация, больше стимул, так как Дима больше занимается нашими ребятами, помогает финансово, помогает развитию билдинга. И сейчас прошел чемпионат Молдовы, по организации, по уровню такого еще не было. То есть из 10 чемпионатов это самый интересный, самый такой организованный. Ты в качестве кого принимал участие в этом чемпионате? В качестве участника и категории, ну, абсолютку. Выиграл кто? Я. Ты чемпион Молдовы абсолютно или что? Да. Да? А скажи, пожалуйста, помощь финансовая или моральная от президента больше? И моральная, и финансовая. А морально как он вас поддерживает? Морально. Каждый день звонки, как форма, туда-сюда. Как еще морально? Ну как, я не знаю. Приходит ко мне домой, позирует, ежедневно практически. Звоню, говорю, что бросали булочки. Хотя Володя это не говорит. Кушать, белки, рис, бегать, тренироваться. Володь, какой у тебя сейчас вес? 90 килограмм ровно. 90 килограмм? А, ну, вчера на регистрации. Да, но я не сливался, ничего не делал, потому что будем делать форму на завтра. То есть на завтра. Сегодня прожимаемся, завтра выигрываем. Так сказал ваш президент. Ну, ты веришь его словам? Не знаю. Подожди, еще раз. Ты не веришь словам президента? Я верю, но я... Подожди, еще раз, секундочку. Если я верю словам президента, то слово «но» неуместно. От портала islav.ru, от себя лично, от Игоря Копчика, желаем тебе успехов, удачи. Надеемся на то, что такие же интервью по результатам успешного выступления нам удастся заснять и с тобой, и с вашим президентом Дмитрием. Как считаешь, это правильно? Конечно. А теперь передай всем привет. Всем привет. Всем, кто смотрит islav.ru, всем привет от Молдовы. Спасибо.